17 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялась серия семинаров, посвященных вопросам открытого доступа к научной информации в рамках проекта «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов». Проект, который мы придумали, собственно говоря, вместе с коллегами из Казанского федерального университета почти год назад, он касается такой важной составляющей университета, ну, с нашей точки зрения важной, как репозитарий. НОР – это платформа для визуализации результативности российской университетской науки и предоставления свободного доступа к трудам российских ученых. Первыми участниками проекта стали Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Сибирский федеральный университет. НОР – это проект федеральный. На самом деле это делается в рамках гранта президента Российской Федерации. Самое главное, что для нас это позволяет сделать, это, во-первых, все наши работы, которые в открытом доступе выложены, будут использоваться всеми желающими. В ходе встреч руководители и партнеры проекта, а также российские и зарубежные эксперты затронут различные аспекты открытой науки. 17 апреля темами для обсуждения стали актуальные проблемы науки и образования, открытые хранилища данных, новая роль университетских библиотек, а также государственные проекты открытого доступа к научной информации. Также семинары о открытой науке пройдут и 18 апреля. В этот день мероприятие пройдет на двух площадках – библиотеке и лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.